Ливерпуль победил Наполи 1-0 в гостевом матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Счет в матче был открыт на 34-й минуте. Мохамед Салах выиграл борьбу у Марио Руи на правом краю чужой штрафной. Ушел на скорости от Кулабали и ударом с близкой дистанции отправил мяч мимо Оспины в ближний угол ворот. В другом матче группы С сербская Црвена Звезда на своем поле уступила Пари Сен-Жермен 1-4. Таким образом, Ливерпуль набрал 9 очков и вышел в плей-офф со второго места в группе С. Наполи с 9 очками остался на третьем месте и весной будет выступать в Лиге Европы. Stand strong.